эксцентриссимо. 20 лет назад не стало принцессы Дианы, но в мире ее продолжают вспоминать, любить, на нее равняться. У богачей всего мира появилась возможность заполучить частичку ее стиля. На аукцион выставили 3 наряда принцессы, которые она носила еще в 80-е. Организаторы хотят на них заработать около 100 тысяч долларов минимум. Один костюм продается за сущие копейки – $750 всего. В нем Диана ходила в 83-м. Длинная пышная юбка и жакет с рюшами цвета турецкой бирюзы. От Кэтрин Уолкер, любимого дизайнера Кейт Миддлтон. Удешевила его поклонница Леди Ди. Купила также на аукционе, решила обмыть и залила шампанским. Основную кассу должно сделать ставшее культовым темно-синее бархатное длинное платье. Его принцесса Диана надевала на ужин с президентом Португалии в 87-м и на благотворительный вечер в 88-м. До этого платье выставлялось на аукционе 20 лет назад, и тогда его купили за $26 000. В этот раз организаторы рассчитывают поднять цену в 3,5 раза. Вот цена аккуратности. Или того, что платье уже ни одна модница не наденет. Эксцентриссимо.